А кто это у нас тут кричит? А? Кто такие крикливые у нас тут? Что за птички? Так раскричались. Да ладно, какие вы крикливые. По газонам гуляют только животные и сотрудники парка для того, чтобы полить, посадить, убрать мусор и так далее. Свежие деревца посажены. Здесь некоторые есть деревца, мне показывали. Красный клен, по-моему, который стоит по 50 тысяч рублей. И мало кто обращает внимание, честно говоря, к сожалению, на красоту. Красоту зелени в парке, какие кустарники. Здесь очень много редких растений, редких деревьев. Очень много роз разных, маленьких, больших. Как говорится, на вкус и запах. Красота неописуемая. Декоративные камни. Скульптуры. Вот. Дяденька из травы тыкву везет. Вдалеке динозавр. Фонтан, общий вес которого 36 тонн, если не ошибаюсь. И собирали его, как вы думаете, кто? Да. Олег Алексеевич, Оксана Олеговна. Собирали еще кто-то. Я не помню, кто третий был. Вот они втроем собирали этот фонтан, который привезли на нескольких машинах. И вот такой получился фонтанчик возле кафе «Белый лев». Вот вдалеке там раньше была сцена, где перед которой стояли столики на площадке, и люди смотрели выступления на этой сцене. Но это уже в прошлом, к сожалению. Возможно, что-то еще и будет, какие-то представления, какие-то мероприятия. Но пока это в прошлом. Там уже, честно говоря, даже площадка перед этой сценой уже заросла травой, и там практически никто не ходит. Смотрите, какие кусты. Елки, пихты, клены, голубые ели. Чего только нет. И вот. Фундук, даже фундук. Все есть. Скульптура какая. Возле каждого входа в гостиницу стоят скульптуры из камня. Монолитные. Все очень ухожено, все красиво, все поливается. За всем нужен уход. Это труд всего лишь нескольких человек. Вот, по-моему, это и есть красный клен. Могу ошибаться, но похоже на то. И листики клена, и цвет красный. Поэтому предполагаю, что это и есть тот самый красный клен. Если кто-то вспомнит растения какие-то, знает их название, то напишите в комментарии, что это за растения. Тайм-код укажите. И вместе будем просвещаться. Какая красивая елочка.